Сейчас Роберт Надо продемонстрирует различные болевые воздействия на кисть, а также броски, совершаемые на их основе. Основу айкидо составляют плавные кругообразные движения, напоминающие поток воды. Вода, с одной стороны, мягкая и податливая. Тройные броски. Схема зависит от расположения пластин относительно друг друга в захвате, от их размеров и конфигурации. Это касается бросков для любого количества пластин. Занятия лучше всего начинать летом. Число занятий продолжительностью 30-35 минут не должно превышать 6. Эксперименты Далмадо. Подплечный подсад. Скручивание плеча под удар. Плечо должно находиться под локтем и дальше, глубже. То есть боец находится в достаточно плотном контакте с тем, кто удар наносит. Скручивание плеча вперед. Положение ног. Обратите внимание на положение ног. Нога освобождена от веса.